Всем хорошист. Такой вопрос. Какое притяжение будет на Луне? Значит, у нас на Земле на нас действует сила тяжести МЖ. Ж – это вот земная константа, которая 9,8, примерно 10 метров на секунду квадрат. Откуда же это берется? Дело в том, что у нас есть закон всемирного тяготения о том, что все тела любого размера притягиваются силой. Это гравитационная постоянная, масса 1, масса 2, а это расстояние между центрами. И чем больше расстояние, тем меньше силы притяжения. Получается, что мы, человек и Земля, притягиваются этой силой, F. Сила между человеком и Землей, константа G, масса человека, масса Земли, а расстояние между человеком и Землей, по сути, между их центрами, между центром человека и центром Земли, это радиус Земли. И это и есть та сила, которая нас притягивает к центру Земли. Если мы сократим отсюда массу человека, то мы получим G, выраженную через константы, через массу планеты и ее радиус. Соответственно, для Луны можно рассчитать, зная радиус Луны и массу Луны. Всем хорошего.